деле стали допускать очень много брака именно своего на площадке. Не пойми от чего, то ли может быть от волнения какого-то, либо немножко недооценка соперника сыграла, потому что та игра, которая была в Питере у нас дома, она в любом случае, как бы мы и не говорили о том, что нужно настраиваться, нельзя расслабляться, здесь Ленобласть будет играть совсем по-другому, все равно, видимо, где-то на подкорке в голове была какая-то некая, может быть, спокойствие, которое и сыграло злую шутку, потому что ваша команда начала рисковать на подачу, и у них все стало получаться. Доставали все мячи, смещали на блоки, очень хорошо играли в защите. В свою очередь мы, как я уже сказал, начали много допускать своих ошибок, и, конечно же, этим ваша команда воспользовалась и уже довела до победного эту игру. Волейбол, попали в палец, в двух местах выскочил, назад вставили, не знаю, сейчас к травматологу, посмотрим, как будет, если не сможет играть, если связки целы, может быть, если нет, то будем дальше играть, молодого подтянем, что делать. В первой партии, к сожалению, мы имели возможность ее выиграть, и два мяча было в третьей партии выиграть, сами сыграли откровенно, не грязно, так скажем, да, не довели. Один мяч на сетку неудобный, один туда, хотя могли сыграть это почище. Но так, плей-офф, все бьются, все борются. Нам, к сожалению, вот с пасующими не повезло. После первой после первой партии вы заменили Виктора Полетаева. Он не готов играть весь матч или это... Нет, не в этом дело. Он готов был играть, но Егор Клюка не справился с приемом в первой партии. Поэтому я в первой партии уже поменял, чтобы было хотя бы более-менее с приемом. Мы почему стали проигрывать первую партию, не справились с приемом. Целенаправленно подавали в него. И он очень много не доводил и как бы сбились на простую игру. Вот. А пришлось поменять, а потом Витя отстоял целую партию и уже не было смысла его выпускать. Травмоопасно на площадку.